В этом году моему сегодняшнему гостю исполнится 10 лет званию народного артиста. Но на самом деле он народный режиссер уже много-много лет. Легендарный Александр Мета. В студии. Прошу, присаживайтесь. У нас будет еще один помощник у меня, ведущий. Давайте. Семен сейчас вот принесет Марусю, очень неспокойно. Мы его кому-нибудь из зрителей отдадим, из поклонников. Ой, вашего таланта. Вам же приходилось животных, да, снимать? Конечно. «Границы таежный роман», да. Там у вас просто... Да, вот... много снимал, да. Я, к сожалению, не могу дома иметь животных, потому что я все время в разъездах. А я не вам не предлагаю, я уже понял, что никто из гостей не берет. Зато зрители берут, особенно вот таких вот маленьких еще... Маленьких берут охотно. А насчет маленьких. Вы же маленьких, в том смысле, что начинающих кинематографистов учите. Да. Раньше в Гамбурге вас до... Была школа, года, да, хорошая, года до 10-го, да, да, у вас, да, была. И в своей школе-студии. Да. Да. Когда начинаются у вас... Ну, у меня мой преподавательский класс будет с 25 января, там две недели. Пойдет. Mm-hmm. Но перед этим у нас классные американские педагоги были. Mm-hmm. Практически все лучшие американцы прошли с короткими курсами. Вот, так что так мы подпитываем своих учеников. То есть они нас чему-то могут научить, а мы их ничему не можем научить. Мы их можем научить, и мы их учим. Они сейчас у меня статью заказали. Uh-huh. Я сказал, что я написал статью и книжку себе раздел про Саскинс. Uh-huh. Знаете, такая вещь, которую все знают, что она желанна. Но никто не дает технологии. Ага. Как будто он сам собой возникает. Саспенс — это такое тревожное ожидание, когда ничего не происходит, и напряжение зрителей растет. Для малобюджетного кино это очень важный подарок. А я, кстати, не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, каким инструментарием режиссерским это делается. Потому что иногда я понимаю, что режиссер имеет в виду, что это должен быть саспенс. Его нету. Нет, а иногда прям есть. Там есть очень четкие положения. Мы их вывели, сформулировали. Ага. Должна быть опасность, которая всегда растет, чтобы не статичная. Должна быть ситуация, при которой у героя есть, как бы так сказать, энергия, которую он требует, так сказать, она связана со страхом. Он должен преодолевать что-то, боясь. Ага. Если он не боится, то и зритель за него не будет бояться. Тогда зритель волнуется. А если напряжение растет, и герой преодолевает все больше и больше опасность, то это работает просто как по маслу абсолютно. И Спилберг это делает вообще гениально. А вернул это в кино Хичкок. Но на самом деле... Что значит вернул? Значит, было, ну, было оно раньше? Какое-то было неосознанное. Оно было, так сказать, но никто не выдвигал его на первый план. А Хичкок сделал это, так сказать, основополагающим принципом. Потому что он работал на маленькие деньги, а успех имел довольно, так сказать, большой. И все считали, что это просто... Ну, такой, так сказать, трюк коммерческого режиссера. И французские интеллектуалы из журнала «Кайо де Синема», вот это Трюфо, Мельвиль, там вся эта команда, они поняли, что он гений. Гений структуры, гений, так сказать, как бы рассказа. И они это заявили, и тогда американцы открыли рот, сказали: «О, да, смотри, пожалуйста». И зауважали своего Хичкока. Очень умный, толковый человек, но он не более чем последователь Шекспира, вы знаете. Вот самый главный саспенс у Шекспира, в «Ромео и Джульетта», великий саспенс совершенно, когда Ромео приходит на бал к Капулетти, то вокруг же враги, мы волнуемся за него. Когда он влюбился, открыл глаза в Джульетту и вышел на середину сцены, подвергает себя больше опасности, мы еще больше волнуемся. Когда он понял, что не может дальше, забрался через забор, и, значит, чтобы хотя бы увидеть ее, она ему признается в любви, он лезет к ней, и они целуются, обнимаются, так сказать, и у них ночь любви, мы еще больше волнуемся. То есть там саспенс, каждая клеточка пропитана саспенсом, потому что он драматург, он артист, и у него театр, который должен зрителей собрать. Вот все это, все, включая коммерческую составляющую, все было у Шекспира. И он это сделал очень четко и грамотно, но на гениальном уровне это трудно распознать. А у Хичкока все-таки уровень попроще. Хорошо, а в фильмах Александра Меты
Саспенс, да. Где вообще вот самый выдающийся, как с вашей ну, точки зрения, не будем. Ну, вот в вашей системе координат. Выдающийся, скажем так, осознанный, осмысленный. Удался вам где? Где удался, где места было много. В сериале «Граница», это «Южный роман», там, так сказать, целый, как бы, ну, как бы, так сказать, серия целая, так сказать, посвящена, так сказать, саспенсу, когда жена героя, жена Миши Ефремова, так сказать, понимает, что они все, они в полном, так сказать, ну, чем вы понимаете, так сказать, вот, выбраться не могут никак совершенно. Им грозит, так сказать, ужасная участь, надо быть, превратиться в дилеров или погибнуть, дилеров, наркодилеров, ну, да, чего да, они да. не хотят, так сказать. И она вспоминает, что у нее было с детства учение, она обучена отцом, так сказать, карточным трюком всяким, и она едет, идет в поезд для того, чтобы в карточной игре с профессионалами отыграть, заработать эти деньги. Но оказывается, что она попала не к дилерам, не карточным шулерам, она попала к бандитам, потому что эту ситуацию в поезде контролируют бандиты. Те, кто не хотят, кто выигрывает или не хотят проигрыш платить, их просто убивают. То есть саспенс растет непрерывно совершенно до самого конца. И это очень успешная серия. Я так полагаю, что в вашей последней работе «Шагал-Малевич» там не место саспенсу. Да что это такое? Вы работу закончили, но ее пока еще никто не увидел, увидит весной. Я работу закончил. Вот, в прошлом году, я думаю, к весне мы ее пока. Мы ее сейчас погоняем по фестивалям, для того, чтобы она там приобрела какой-то немножко вес. То есть это фестивальное кино вообще, в принципе, то, что называется. Ну, как, если говорить с оценкой, так сказать, такой позитивной. Да. Нет, это зрительское кино. Зрительское. Но в том числе, и фестивальное. Поскольку два великих художника. Шагал великий художник, а Малевич вообще гений, которого я хочу наконец предъявить русской публике, российской публике, так сказать, чтобы они знали, кем они должны гордиться. Ведь более великого художника в России не было. Вы человек, сейчас про Малевича? Про или... Малевича я говорю. Он партнер Шагала в этой картине, так сказать, и его, так сказать, как бы в какой-то мере антагонист и друг, то же самое. Вот, но он обозначил, ну, как бы, такой стилеобразующий принципы искусства 20 века, и он считается один из пяти самых влиятельных художников, так сказать, Европы и Америки в 20 веке. Но есть люди, особенно в Америке, которые считают его одним из пяти вообще самых влиятельных художников во всей истории искусства. Потому что он придумал абстрактное искусство. Он сочинил его. Всю жизнь. Все художники, так сказать, все века, так сказать, они связывали все так сказать, открытия с тем, как изображается предметный мир. Как рисуется пейзаж, как рисуется яблоко, как рисуются цветы, как рисуется то, все пятое, десятое, конкретное. И Малевич понял, что есть огромный потенциал, если освободить от всех этих предметов такую формообразующую основу живописи, цвет и форму, отдельно от всего. Это простая идея, которая, когда он ее придумал, казалась людям, так сказать, дикой совершенно. У него не было, там было 2-3 каких-то вот таких же, так сказать, неудачника, так сказать, и последователя. Он эту идею, так сказать, топтал и добился. И он эту абстрактную, так сказать, свою, так сказать, модель в системе такого супрематизма, это назвал свое течение, обосновал. Туда же вошел этот пресловутый черный квадрат, как точка отсчета нового абстрактного мышления. Что вам сказать? Сегодня 80% авангарда всего живописного это сотни разнообразных абстракций, сотни разнообразных абстрактных течений, движений, учений. А первым был Малевич реальным искусством. Вот если мы нарисуем, как угодно бы мы не нарисовали эту чашку, но ее в космосе, из космоса не поймут, что это такое, у них все другое. А абстрактные формы, они понятны. Поэтому абстрактное искусство Малевича – это язык, которым вся Земля может разговаривать со всем космосом. Вот такие у него были амбиции, так сказать. Что там будет дальше, непонятно. Ну, в общем, когда такой амбициозный, так сказать, авангардист встречается с традиционным, так сказать, грамотным, так сказать, художником, который учит людей, так сказать, просто, что живут это серьезное ремесло, конечно, между ними конфликт. Но получается, что им нужно спасать друг друга, что им нужно вместе работать. И вот как они, так сказать, это формулируют,
ну как вам сказать, рассказать об этом лекцию на канале «Культура» в дневные часы можно, а заставить людей пойти смотреть этот фильм очень трудно. И я понял, что я решу эту проблему только, если это будет картина для молодежи. И это история о том, как Малевич формировал вокруг себя молодых ребят, собирал свою команду, которой он будет покорять мир, и как Шагал собирал молодых ребят вокруг себя, так сказать, помогая каждому стать личностью, уникальным человеком, решая их проблемы, избавляя их от комплексов. Так сказать, ну, Шагал ведь Малевича пригласил сам. Ведь, да, на, Шагал на пригласил деле, Малевича, так сказать. Не... Малевич там повел себя, так сказать, определенным образом. Да, да, об этом будет рассказано кино. Но, во всяком случае, прежде чем я не придумал эту картину для молодежи, я держал это все на столе. А потом я понял, все, шаг настал, могу двигаться, так сказать. И я решил, что вся моя жизнь будет посвящена многолетним поискам денег на эту картину. И тут мне судьба стала сыпать просто подарок за подарком. Нашелся человек, прекрасный, просто бизнесмен, толковый, так сказать, Леонид Михайлович Нейдерман. Я ему благодарен, невероятно. Он сказал, мне нравится, я возьму на себя, так сказать, там, расходы по картине, так сказать. Госкино тогда поддержало меня тоже. Я очень быстро собрал деньги. Довольно быстро это все. Не быстро, но как полагается, так сказать, снял. Пришла дивная команда просто. У меня лучшая команда вообще, наверное. Хотя я всегда работал с хорошими людьми. Но на этот раз были вот лучшие. Хорошие тянется к хорошему. Вы когда начинали карьеру вот рисовальщика, вы же рисовали карикатуры, делали подпись к карикатурам Кукрыниксов. Да, вы уже тогда знали, допустим, Шагала или Малевича? Я его любил всю жизнь. Просто всю жизнь. Он великий художник. И он, почему тогда, извините, я вас перебью, почему вы тогда поступили в МИСИ? Это настолько далеко от живописи. Ну, это тяжелый разговор. Знаете, я вырос в семье, которая называется «Семья врагов народа». То есть у меня родители, отца, слава богу, не арестовали, а мать ни за что, так сказать, сидела в лагерях. Ага. Ее сестры сидели в лагерях. Там, мы бы тоже ожидали, да? И этих мужчин постреляли, они все были, так сказать, там академики, министры, и послы. Но так по ним прошлась, так сказать, сталинский каток. И когда дети подрастали, то их высылали. Старших сестер моих выслали. Они все Рабиновичи были? Нет, разные были. Ага. Они были. Там гангстеры были. Угу. Вот. Разные были фамилии. Ага. Вот. Ну, по родителям, так сказать, по отцам. Угу. Вот. Ну и как бы, так сказать, подползала и ко мне это. Нужна была просто профессия для того, чтобы в лагере. Лагерная выжить. Профессия? Да. Для того, ну, чтобы лес не валить. Ну, мне сестры глупые, они не понимали, что художник тоже для лагеря хорошая профессия. Мой учитель Константин Павлович Ротов, великий, так сказать, карикатурист, рисовальщик, он был посажен ни за что. И он в лагере очень хорошо, так сказать, оформлял там газеты, плакаты и очень нормально, так сказать, жил. Не на общих работах. Ну, а архитектор, то есть строитель, тоже хорошая лагерная профессия. Но мне, конечно, судьба послала невероятный подарок в МИСИ. Потому что там преподавал Константин Мельников. Великий, самый великий русский архитектор, авангардист, автор, так сказать, прекрасных проектов, в том числе вот его личный дом, так сказать, на этом, как его... на Арбате. Вот. И, ну и самое главное, его просто концептуальные идеи были очень, так сказать. Ну, вам-то хороши. Это пригодилось в вашей профессии режиссера, продюсера, сценариста. Практически это меня сформировало, потому что я все свои картины рисую самым подробным образом. Причем раньше был усерден, рисовал 3 раза. Вначале, когда сценарий сочинял, потом, когда подготовительный период вел. И тогда выходил, приходили люди смотреть на придурка, который все это, так сказать, разрисовывает картину, которую предстоит оператору снять. А потом на площадке я уже, так сказать, рисовал уже конкретно. Но когда я стал преподавать в Германии, то оказалось, что там это норма, что там прежде чем студент не нарисует полностью, так сказать, весь фильм, полной раскадровки и не приклепит этот свой, так сказать, свою раскадровку, так сказать, сториборд к воротам павильона, ему павильон не открывают. Это грамотно, это правильно. Сейчас мы к этому приходим. А вы в Германии преподавали без знания немецкого языка? О, это ужасно. Там довольно много русского народа, и они меня так окружили, что парализовали мою активность по изучению немецкого языка.
То есть вы нашим соотечественникам читали? Нет, да, немцам. Нет? Я читал. Немцам по-английски и по-немецки. Но всегда был английский и немецкий переводчик. Классная школа, вы знаете, у нас ученики, два ученика получили Оскар студенческий, а одна женщина получила общий, большой Оскар за короткометражку. Ни одна школа в мире не имела такого успеха, но немцы очень жесткие люди. Этому шефу пришло 65 лет, он великий немецкий режиссер, и он думал, что он, так сказать, его обогатит, то есть это его, ну, обезопасит, так сказать, и не беспокоился. 65 лет на завтра его так пырнули, так сказать. На пенсию? Выкинули все, и заняли его место, и через 2 года школа развалилась. А, то есть она сейчас уже не существует? Нет, она существует, она такая, так сказать, как бы сказать. Команда вся ушла, естественно, совершенно. Вот. Но это был очень хороший опыт, потому что я старался минимизировать как бы слова и, значит, все переводить в визуальный ряд. Поэтому сейчас я преподаю флипчартом, ага. Это такой с большим блокнотом, так сказать, и все рисую подробно. 25 числа этот цикл двухнедельного рисования у меня начнется. Народ съезжается ко мне уже с 5 стран. Какие теории, вы знаете, люди хотят снимать кино для того, чтобы почувствовать себя свободными. Чем больше вы им даете правил, тем у них эти правила висят на их крыльях. Они вообще должны до минимума, так сказать, свожу все, что надо знать, до минимум-миниморум, как говорится. И мы делаем упражнения, сделали положение, определитесь. Поняли? Пошли дальше. Определитесь. Поняли? Дальше. Пошли. Вот к тому времени, когда хотите сесть писать сценарий, забудьте все, пишите свободно, а там разберемся уже, так сказать. Там вот. В этом смысле у американцев поставлено хорошо, но все-таки они американцы. У них в перспективе Голливуд, у них в перспективе только жанровое кино, они с презрением относятся к реализму, хотя артисты у них прекрасные, но, в общем, для них самое главное построить действие так, чтобы зритель открыл варежку, так сказать, и не закрывал ее, так сказать, до конца. Тот же саспенс совершенно. А мы все-таки полагаемся на Константина Сергеевича Станиславского, школу художественного театра, и на Сергея Эйзенштейна, который это как бы привел эту систему, так сказать, в кино, и ее, так сказать, трансформировал для того, чтобы тоже удивление зрителей поражало, так сказать, уже при такой быстрой смене, так сказать, кадров. А актеры? У нас есть хорошие актеры сейчас? У нас нет плохих актеров сейчас. Так. У нас все актеры хорошие. Ладно, хорошо. Допустим, вот актеры, с которыми вы работали в советскую эпоху, и нынешняя плеяда вот молодых звезд. В чем принципиальное различие? Или вы не видите? Принципиальное различие есть, вы знаете. Оно заключается в том, что я работал с Олегом Николаевичем Ефремовым, Олегом Павловичем Табаковым, Евгением Павловичем Леоновым. И мы были ровесники. Мы общались и до как бы съемок, и после съемок. И я должен был снимать Юру Никулина, Юрия Владимировича, а он застрял в Австралии. В какой ленте вы должны были снимать его? В ленте «Гори-гори, моя звезда». И я думаю, что мне делать? Пошел к Олегу Ефремову, я говорю: Олег, пожалуйста, выручи меня. Он говорит: ну, хорошо. Я говорю: слушай, у меня там слов мало, потому что я под Юру это писал, а он прекрасно молчит. Я тебе допишу монологи. Он говорит: не надо. Ты меня снимай, а я буду думать про свое. И он снял немую роль. Мы его сняли за 5 дней. Даже не заметили, как сняли. Оказалось, что это одна из лучших его ролей. Да. Когда вы знаете артистов, когда вы с ними, так сказать, дружите, когда вы одной кровью, так сказать, конечно, это проще, чем когда, так сказать, режиссер приезжает, там, делает, ему приносят эти кастинг-директора, отборщики этих артистов, приводят артистов, вы должны в них определиться, они все красивые девушки, все хорошие, надо понять, и как совершаете ошибки, конечно. Про девушку я вспомнил, что мне рассказывали, что у вас же блестящая была эротическая сцена в экипаже снята с Яковлевой, которая даже с трусами рассталась, что блестящая, было, в общем. Блестящая нет, но она не вошла просто. Но подробная, да. Она смыта полностью, даже не осталось. Конечно, этого. Она сразу же, она не просто смыта, она была смыта, так сказать, с триумфом. С энтузиазмом. И с позором для меня, так сказать, так это был акт. Эти женщины, которые там технически, они должны были каждое утро смотреть, нет ли технического брака, потому что режиссеры очень часто
не резкие части, если хорошо сыграно, я так задумал. Ага. Чтобы этого не было, я так задумал, так сказать. Все нерезко вырезают, и других функций у них нет. Угу. Они по утрам просматривают, и тут они пришли смотреть. А знаете, когда это снимают... сцена любовная. Любовная сцена нормальная. Для Филатов. Да, любовная сцена, да, Саша Яковлева, да, и Лёня Филатова. Да. Значит, Лёня сказал себе, я ничего снимать не буду, так сказать, хохот. Вообще ничего? Ну, рубашку снял, а дальше нет. Ну, да. Значит, я должен был только ориентироваться на Сашу. Она была не против. Но, вы знаете, нельзя обнаженную женщину, принимая мотор, снимать долго, правда? Значит, я определил круг движения, так сказать, и длинным куском ее снимал, понимая, что я вырежу все то, что где там, так сказать, ненужные части тела, так сказать, засветились, так сказать, все будет нормально. Какие ненужные? Выходи, там все нужные, по-моему. Ну, там были недопустимы в тех временах. Ну, и я бы это вырезал тут же, но тут это все пошло, значит, в это. И у этих баб шары, так сказать, пошли, они, значит, с криком, так сказать, что происходит, мета на съемках снимает оргии. Им даже не пришло. Вместо того, чтобы кино снимать, да, он там, да. И занимается оргиями и снимает их на пленку. И погнали меня к директору на позор. Вот. Но там умный был директор у нас, там редактора сидела и говорила, какой ужас, какой ужас. Какой все хором совершенно, так сказать, вот так вот. Ну, каждый, отсмотрели все от и до, да? И каждый, так сказать, следил, чтобы его голос был слышен в этом хоре. А, значит, Сизов посмотрел, так он говорит, знаете, давайте дадим возможность режиссеру ввести эти сцены в наши этические нормы. Нет, нет, это невозможно ввести, так сказать, нельзя, так сказать. Но я ввел, потом еще раз ввел, потом ничего не осталось. А легенда осталась. Ну, слава богу. Легенда осталась. Нет, легенда. Все, что вы делали, это на самом деле легенда. У нас завершаем мы игрой в правду нашу передачу. Семен, забери, пожалуйста, у меня Марусю, потому что она заскучала немножечко здесь. Вот, я думаю, что мы ее достаточно пропиарили. Хорошо. Мы посмотрели, что она красавица. Ну, проверенная кошка. Да, вот. Но что она спокойно себя вела. Болезней. Я думал, что будет... хуже. Так, я вам предлагаю ответить на вопрос. Это такой у нас формат игры. Здесь фишки четырех цветов. Да. Вы выбираете одну фишку и соответствующего цвета выбираете карточку. Читаете вопрос, на него отвечаете. Не захотите, можете не отвечать. Здесь иногда такие бывают вопросы, что не все готовы сперва на них фишка, отвечать. Потом карта, да? Да, да. Давайте. Давайте. Так, желтую карточку. Вот она. Это она? Любую желтую. Давайте эту, да. Это вопрос из неловких вопросов. Да. Неловкий вопрос. Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? Нет, потому что у меня их не было. Я все время в разъездах. Я не могу позволить себе вести ни кошку, ни собаку. Хотя внуки очень хотели бы. Видите, у нас закольцовка получилась. С чего мы начали, тем мы и закончили. Хорошо. Отсутствием домашних животных. Я думаю, что это еще одна подача Маруси. Ну, а я лишний раз убедился, что вправду лучше не играть. На самом деле. Нет. Огромное вам спасибо. Будем ждать весны. Спасибо. Вот, и 25-го, я надеюсь, что... Мне очень приятно, если ваше телевидение... пока будет первым, кто как-то расскажет о картине. Мы очень любим быть первыми, да. Я родился в Москве, 80 лет прожил, практически не выезжая, только во время войны в детском доме провел пару лет. Вот. И хорошо, что с Москвой. Вот такая ролевая модель, вот так все люди хотят. Люди мечтают выглядеть так, как вы выглядите в 60 лет, а вам 80. Много работы, мало пью. Вот. Это правда. Много работать и мало пить. Да. Вот это и есть правда от Александра Митрия.